народец в этом городе паршивый, гнилой народец. Тут больше половины на немцев работали. Я сказал, бросай оружие! Тихо. Гирли, откуда ты здесь? Я одной тобой только и живу. Я тебя не люблю. Гнида в городе завелась, господа, фальшивое дело тут. Платон, мать его, за руку. Кто такой Платон? Дурный человек. Зверь. И чужик, и пушек, и насвистник. Человек, кто? Я укормлен вот этой пулей. А кому, Иван Александрович, от вашей правды будет лучше? Кто из детей согласится узнать, что их отец или дед был предателем или палачом? Не надо ворошить прошлое.